считаю, что это де-факто я сейчас отлучен от полномочий. То есть де-факто, так ведь? Поэтому в случае, если суд готов любую другую мягкую меру избрать, то на время суда они могут быть приостановлены. Это такое же право суда, как избрать любую меру пресечения ограничения полномочий. Она примерно в том же месте в УПК находится. Суд мог ей всегда воспользоваться. Я напомнил суду, что лишать меня полномочий путем содержания в тюрьме – это негуманно. Можно сделать это более гуманно, ограничив полномочия и выпустив на свободу, либо под домашний арест. Поэтому я вам разъясняю данные обстоятельства. Скажите, а как вы оцениваете вообще происходящее, то, что длительно вас содержит под стражу? Почему вас нет в Ну, я думаю, этот вопрос целесообразнее задать суду. На мой взгляд, здесь есть нарушение прав. Каждое продление меры пресечения мы пытаемся обжаловать в судах следующих инстанций. К сожалению, пока это не увенчалось успехом. А причина, не понимаете, какая? Причины в правоприменительной практике в Российской Федерации, начиная с того, что у нас меньше 1% оправдательных приговоров. По сути, презумпция виновности, которой нету в законодательстве уголовно-процессуальном, но которая присутствует повсюду в правоприменительной практике. Суды являются одним из звеньев этой практики, наряду со следователями, прокурорами и так далее. Скажите, как вы оцениваете то, что за вас поручитель со стороны мэра Новосибирска Евгения Лоптя? Оцениваю это как доверие не только моему поведению в течение судебного процесса, но и в целом моей позиции в связи с предъявленным обвинением. Это политика? Не совсем понял ваш вопрос. Но это сугубо политический вопрос или это вопрос каких-то личного доверия? Я считаю, это вопрос его позиции личной как человека и как общественного деятеля в моей порядочности и в необоснованности предъявленного. И он справку еще посмотрит, справку приложит. Если на такого времени нет, просто правильно? Правильно? Ну, 170, мы же вернемся. 170, 170. Кого? Ничего, все, забираем. Я